Приглашается Ева Мирищук, Украина. Сейчас вот тоже хочу сказать, что вторая девочка выступала и тоже такую же совершила обидную ошибку в самом тоже конце упражнения. У нее мяч ушел за площадку. Но я думаю, что это начало, конечно, еще сезона. И все только сейчас пробуют, как будет выстраиваться в дальнейшем программа девочек. И поэтому даже, может быть, это на ошибках, как говорится, человек учится. И поэтому тренеры будут смотреть, делать свои выводы, что-то менять, что-то добавлять, что-то украшать. И в конечном итоге, я думаю, что придут к хорошему знаменателю. Во всяком случае, я всем-всем девочкам, которые участвуют в первых этих соревнованиях, гран-при, на отборе, на квалификации, желаю меньше делать ошибок, но, с другой стороны, потом смотреть, над чем работать дальше. Гимнастика – это самый красивый вид спорта. Это сочетание балета, спорта, музыки. И из этого составляется красивая очень программа. И закладываются великолепные движения, пластические движения тела, рук, ног. Ну и, конечно, предмет. Основное – это предмет, который девочки должны владеть, которым должны владеть безупречно.